Как известно, русские варят суп из топора. Находчивые французы не отстают и варят суп из лука или вот, пожалуйста, из чеснока. Казалось бы, что это за ерунда суп из чеснока. А нет, вкуснятина. Ароматный бархатистый супчик-пюре, да с хрустящими сырными гренками, это вам очень даже манифик, уж вы мне поверьте. Такой суп хороший зимой и летом. Он достаточно легкий и в то же время вполне питательный. Можно варить его на воде, на овощном или мясном бульоне. Каждый раз будет вкусно. Самое трудное в этом супе – начистить чеснока. Остальное просто и быстро. Очищенный чеснок нарежьте крупно и обжарьте до позолоты на оливковом масле, потряхивая сковороду, чтобы все зубчики равномерно поджарились. Добавьте в сковороду крупно порубленную петрушку, большой пучок, не скупитесь. Слегка ее обжарьте. Влейте бульон или воду и варите суп на медленном огне минут 10, до полной мягкости чеснока. В процессе варки посолите и поперчите по вкусу, добавьте щепотку мускатного ореха. Готовый суп пробейте блендером до гладкости. Отлейте пару ложек супа и размешайте его с желтками. Я брала пару, можно и больше, если вы любите супы погуще. Желтки тонкой струйкой влейте в суп, все время помешивая, и прогрейте до загустения, не давая закипать. Пока суп варится, приготовьте сырные гренки. Ломтики батона слегка обжарьте на сковороде, сбрызнув оливковым маслом. Переверните и щедро посыпьте тертым сыром. Дайте сыру расплавиться и подавайте гренки к супу.